Мало кто знает, что такое диафрагма и как она обозначается. Ну, наверное, фотографы знают, что F-stop, так называемый. Так вот, сегодня настал черед раскрыть тайну, что такое F-stop. Представляю вам сумки и рюкзаки от F-stop. Американского производителя аксессуаров для фотографов. Друзья мои, привет! С вами Фавионыч. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Вчера был праздник, День влюбленных. Подарки, как всегда. Ну и я обещал, что будет тест новых сумок, новых рюкзаков. Кто участвовал в ответах, в отгадках на вопросы, готов уже приступить к этому. Ну, как вы поняли, разговор пойдет о том, в чем носить нашу любимую технику. В Америке есть производитель, который... Ну, наконец-таки дошли. Очень популярен много лет, который выпускает профессиональные рюкзаки для фотографов, которые занимаются ландскейпом, стрит-фотографией, другими жанрами. В том числе они делают сумки. Вот одна из таких сумок ко мне приехала. Это серия Millar. Называется она серия Бруклин модель. Вы знаете, что я долгое время использовал сумку от Loewe Bro, очень отличный слинг, называемый, да, с таким отсеком раздельным. Я делал обзор его, посмотрите. Ну вот по размеру могу сказать, что они похожи, но отличия есть. Обычно они интересуют. Совершенно. Чем меня заинтересовала эта сумка? Ну, во-первых, по объему она больше. Во-вторых, это слинг не просто с ремнем, а с ремнем, который имеет мягкие такие накладки, которые очень удобны. Соответственно, сумка может носиться как классический слинг, так и быстрый доступ к отсекам. Плюс, в отличие от других производителей, здесь есть защита от открывания основного отсека, вне зависимости от того, как вы носите, за спиной или перебрасываете. Дальше молнии, очень красивые, кстати, молнии, сделано все под старину, с кожаными вот такими зашильниками. И, собственно говоря, открывается основной отсек. В этом отсеке в кармане есть еще два кармашка, которые тоже на такая молния, которые легко помещаются, например, карту памяти, какие-то дополнительные аксессуары. То есть вы можете убрать туда документы, если отправляетесь в путешествие. Какие-то ценные вещи, возможно, тряпочки. Значит, основной отсек представляет из себя вот такую поделенную на три части, а потом раздвояется, расстрояется, регулировать. И интерес еще в том, что этот отсек вытаскивается. То есть в обычном режиме эту сумку можно использовать как, ну, стандартную сумку, в которой помещается очень много чего. Собственно говоря, внутренняя прошивка совершенно фантастическая. Здесь все углы, все швы прошиты внутри. Не знаю, насколько это хорошо видно. Ну вот, сделано очень добротно. Значит, сам карман, если вы носите ее за спиной, сам ремень еще имеет два отделения, которые очень удобно, которые многим не хватает. И во многих рюкзаках, сумках, которые я использовал, это приходилось покупать отдельно и вешать на моле. Стропах. Здесь есть два кармана. Один карман может использоваться для каких-то повседневных вещей, например, салфетки. Второй карман, он имеет молнию. У меня было сомнение по поводу, поместится ли туда какой-нибудь такой маленький телефон, да? Когда-то такими пользовались, помните, да? Ну, он сюда со свистом ходит. Ну, старая пятерка. Тоже помещается. Ну, у кого есть там семерки, восьмерки, тоже было бы интересно, но
В принципе, он помещается, и при желании можно даже это все закрыть на молнии. Готово. Значит, регулировки очень удобные. Сами вот эти карабинчики, не карабинчики, это фастексы, они сделаны так, что вы можете спускать, просто вот отодвинув палец. Это мне, конечно, очень понравилось, что это сделано очень быстро и очень добротно. То есть в других системах я этого не встречал, обычно все это как-то с запозданием, с неудобством. Выглядит это вполне прилично. Значит, перейдем теперь, собственно говоря, к отсеку, да? Я хочу вам показать все-таки, как нужно делать вот эти вставки. То есть меня поразила эта вставка тем, что она очень плотная, и она прошита везде, даже в углах имеет такие утолщения, но передняя часть, то есть она идет такой жесткий каркас, и один из сюрпризов для меня было, конечно, то, что, если, например, взять эту сумку мою Leroy Pro, то если раскрыть молнию, то эта вставка, кстати, крышка, легко помещается в эту сумку. При желании даже можно зафиксировать, как летает. Несмотря на то, что это разные производители, но вот удивительно, что Leroy Pro не сделал такую большую вставку, потому что, например, многим не хватало вот этого. Здесь можно поместить две камеры, как минимум один объектив. Или, например, как в моем случае, все предметы, которые будут внутри, они будут полностью защищены. Значит, что еще интересно в этой сумке? Кроме двух карманов, которые находятся здесь откидные, если мы ее закроем, открывается, кстати, она с двух сторон. Это вы можете сами выбрать. Ну и, соответственно, защита фастексы. С обратной стороны находится очень удобный карман. Вся часть вот эта, она мягкая, очень удобная в спине. И карманы тут можно использовать один вариант. Если вы, например, не пользуетесь ремнем, вы можете легко его убрать внутрь кармана. Убираете внутрь кармана и получается вот такую сумку, ну, просто которую можно носить за вот эту клямку. Ну, соответственно, я сюда карабинчик прикрепил. Удобно прикреплять. Что еще? В случае же, если вы используете карман для каких-то ценных вещей. Ну, например, в моем случае это писать, это может быть блокнот, это может быть небольшой планшет. И причем это все очень сделано хорошо и удобно. Наружной части. Значит, здесь карман достаточно большой по объему. Сюда легко помещается множество всяких аксессуаров. Собственно говоря, можно его тоже заполнить, чем вы хотите. Какими-то вещами, которые вам нужны дополнительно. Места действительно много. Закрывается на молнию. Еще показать. Материал очень гладкий, удобный, приятный на ощупь. Все молнии, если видите, они закрытые. То есть это защита от брызг. Все молнии. Нижняя часть, в данном случае, это версия синяя. И эта часть оливковая. Мне очень понравилась сумка. Есть еще дополнительная петля. Короче, неизвестно, что это такое. Но ее использовать для каких-то пристегиваний аксессуаров или для, например, карабинчика.
Ну, вроде, наверное, все рассказал. Теперь по поводу емкости, да, решил показать, что туда может поместиться. Все видно, нет? Наверное, с этой стороны лучше. Камера. Здесь на самом деле большой зеркальный поместится. Ну и здесь перегородок столько места, что здесь помещается как минимум две камеры. То есть перегородки все вытаскиваются, поэтому при желании можно разместить разных всяких аксессуаров еще. Коробочек. Все только угодно. В случае, если требуется быстрое уменьшение, одним движением, если вам недостаточно объема, ремень здесь достаточно емкий, причем вот эти части, видите, они сделаны прострочены таким образом, что никаким образом они полностью не выскочат. Во многих рюкзаках я встречался с тем, что они могут выскакивать. Здесь вот такой слинг, очень интересный, очень объемный, необычный в таком в ретро стиле, красиво сделанный. Я надеюсь, кому-то придется по душе и, соответственно, понравится. Пробуйте Stop, самый популярный, наверное, производитель в Америке. И удивительно, что о нем мало кто знает. Надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо.